Так, всем доброе утро. Сегодня у нас жара. Погода шикарная. Не знаю, что я не поймаю. Вот. Недавно пришел, где-то около часа назад. Плюс-минус. Ну, поклевки были, но они маленькие очень были. Мелкая. Вот. Так-то. Вот такая погода сегодня. Это Сокольский пляж. Сейчас порыбачимся на удочку, может быть. Мы там сегодня поймаем. Я попробую с ней, точнее. Вот. Так что всем хорошего дня, отличного тренера, шикарной погоды. Ага. Так, мне клеит. Все. Так, иду домой, поймал наконец-то большого леща на 1,5 килограмма где-то плюс-минус. Вот. Так неудобно тут подниматься на мостик, на этот. Когда... Фу. Весь обгорел, правда. Так что, ребят, красота сегодня, лето. Рыбалка удалась, можно сказать. Так что всем хорошего дня, отличного настроения, всем удачи и всем пока-пока. До следующего видео и все. Фу. С вами был Евгений, это Сокольский пляж и Колорани, город Липецк. Всем пока-пока.